Здравствуйте, меня зовут Петренко Анатолий Владимирович. Давайте продолжим наш интернет-проект «Изучаем ПЛК-контроллер, электронику, электротехнику». Сегодня продолжим наше знакомство с ПЛК от конструкторского бюро «Агава». Это у нас ПЛК-60. Вот так выглядит данный контроллер. Здесь на официальном сайте конструкторского бюро «Агава» мы можем ознакомиться с характеристиками данного контроллера. И давайте сегодня попробуем поработать с интерфейсом RS-232 данного контроллера. Работа с этим интерфейсом у ПЛК-60 имеет некоторые особенности, о которых я сейчас расскажу. Здесь мы видим, что у контроллера есть утилита, веб-конфигуратор. В прошлом видео я настроил IP-адрес контроллера, задал ему IP-адрес 192.168.1.15, Gateway 192.168.1.1. Нам необходимо проверить, что компьютер находится в той же по сети, что и контроллер. Заходим в настройки параметра адаптера, свойства. IPv4, TCP IPv4, свойства, и здесь проверяю адрес компьютера в сети 192.168.1.22, маска 255.255.255.0 и шлюз, основной шлюз 192.168.1.1. Сейчас я к контроллеру подключен по сети Ethernet. Для того, чтобы запустить веб-конфигуратор, я в браузере открою новую страничку и в адресной строке пропишу IP-адрес, который я задал контроллеру в прошлом видео. Это 192.168.1.15. Нажимаем Enter. Здесь у нас открывается веб-конфигуратор и запрашивает пароль. По умолчанию пароль 6 единиц. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отправить. Здесь мы можем посмотреть настройки, которые можем задавать. Но на данный момент меня интересует вкладка «Управление службами». И здесь мы видим, что системная консоль на порту RS-232. Для того, чтобы воспользоваться интерфейсом RS-232 в CodeAssist, мне необходимо здесь все отключить. Я отключаю данные настройки и нажимаю кнопку «Применить». Теперь давайте откроем CodeAssist. Этот проект я использовал для работы с веб-визуализацией. Ну и давайте расширим данный проект. Зайдем в устройство, нажимаем левой кнопкой мыши, затем правой кнопкой мыши, добавить устройство. Здесь у нас будет вот такой список: промышленные сети, Modbus. Я буду работать по интерфейсу RS-232, протокол Modbus RTU. Открываю Modbus.com. Дальше здесь мне необходимо задать сетевые настройки. Скорость передачи я так и оставлю 9600. Контроль четности отсутствует. 8 бит данных, 1 стоп бит. Компорт. Вот у меня есть ответ от технической поддержки конструкторского бюро Агава. И мы видим, что компорт RS-232 необходимо присвоить значение 2. Здесь ставим двоечку. Дальше щелкаем левой кнопкой мыши под Modbus.com, затем правую кнопку мыши, добавить устройство. И добавляем Modbus Master. У меня контроллер будет мастером в сети. Открываем. Нажимаем левой кнопкой мыши 2 раза. Открываем и редактируем. Ставим галочку «Автоперезапуск соединения». В случае обрыва соединения контроллер будет постоянно производить попытки восстановить соединение. Дальше щелкаем левой кнопкой мыши по Modbus Master. Затем правую кнопку мыши. Добавить устройство. И добавим Modbus Slave, подчиненное устройство. Дальше переходим в настройки Modbus Slave. Адрес слева, ну пусть будет, так я оставлю, единица.
Дальше нам нужно добавить канал Modbus Slave. Добавим канал. Вот здесь я настроил мастер RPC сервер. Здесь вот у меня такая конфигурация. У меня подключен преобразователь USB в RS-232. Он определился после установки драйвера как компорт 7. Скорость я также настроил 9600. Данные 8 бит данных, контрольных частот 8 бит данных, контроль четности отсутствует. Устройство. Адрес устройства 1. И тег. Нулевой тег. Это у меня холдинг регистр. То есть для его чтения необходимо воспользоваться функцией чтения 3 по протоколу Modbus RTU. И еще обратите внимание, что это у меня slave, подчиненное устройство. То есть сейчас я вместо панели оператора настроил Modbus RPC сервер, Master RPC сервер. Мы можем запустить данный сервер, подготовить значение для чтения контроллером. Ну, предположим, это будет значение 100. Да. Написали данное значение. И здесь вот нам необходимо в настройках канал Modbus. Мы настраиваем код функции чтения 3, так как я там подготовил регистр, holding регистр. Здесь мы указываем сдвиг. У меня в настройках RPC сервера это нулевой регистр. Регистр с адресом 0. Следовательно, здесь все оставляем без изменений. И длина 1 регистр. Нажимаем ОК. Дальше давайте зайдем в PLC.prg и объявим две переменные. Предположим, это будет переменная тест. Тест Word. Типом Word. И будет еще одна переменная тест Word 2 с типом также Word. Напишем очень простую программку, очень простой код. Переменная тест Word 2 присвоим значение переменной тест Word. Дальше возвращаемся в Modbus Slave COM порт. Заходим во вкладку соотнесения входов-выходов. Дальше здесь раскрываем это поле. Нажимаем два раза левой кнопкой мыши. Появляется такой вот квадратик. И здесь привяжем нашу переменную test word. Дальше загружаем программу в контроллер. Переводим контроллер в режим работа с помощью кнопки старт. Наблюдаем, здесь у нас пытается контроллер произвести переподключение. Не получается считать переменную, потому что у нас RPC сервер, мастер RPC сервер не запущен. Давайте запустим его. Старт. Видим, здесь у нас появился зеленый кружочек. Говорит о том, что соединение удачно установлено. И давайте зададим значение нашей переменной 100. Переходим в PLC.prg и видим, что значение нашей переменной тест word 100. Ну, предположим, зададим новое значение 150. Видим, что значение изменилось. Также можем пронаблюдать это значение вот здесь.
Ну и давайте посмотрим, что будет, если мы здесь в настройках системной консоли включим все настройки. Применить. Мы видим, что по интерфейсу RS-232 протокола Modbus RTU связь с OBS-сервером прервана. Ну, давайте все эти настройки отключим. Нажмем «Применить». И в следующих видео уже рассмотрим подключение контроллера PLK-60 панели оператора. На этом наше небольшое видео завершаем. Спасибо.